Всем привет, с вами я, Сэмзэй. Продолжаем прохождение игры Bus Driver. Итак, неожиданно произошло, что было в прошлом видео. У нас сейчас следующий автобус, который очень длинный. Мы едем с севера на юг. А, наоборот. С юга на север. О, чёрт. Ладно. Поехали. Об этом автобусе говорить не буду ничего. О, чёрт. Ужас. Даже с самого начала мне не хочется говорить. Что ж, 26 приезжающих, их нам нужно развести по гостиницам. Не врезался. Да еще один автобус с тугим управлением. Что тут сказать, я даже не знаю. Вот если есть подобие такого, тоже были такие же поездки. Ну, были это поездки на курорт, это в основном это была Турция, Кушадасы, Оздере и Аланья. Вот. Ну так вот мы иногда приезжали, какое-то одно время ехали мы долго до своего отеля. А, и был тот день, когда мы должны уже были возвращаться обратно в Москву. А у нас аэропорт был ранним утром из Анталии. У нас автобус был в районе 3:30 утра. Это вообще был нонсенс. После этого я пару дней отсыпался. Ужас просто. До сих пор это помню. Так, у нас тут зима. Так, первые туристы, готовьтесь к высадке из автобусов. Так, у нас Vista Glacier Hotel. Так,
300 мы еще долго будем ехать до Sunshine Hotel. Где-то порядка 4 миль. Спасибо. В таких долгих поисках лучше поиграть во что-нибудь другое. Или там почитать книгу, не знаю. На автостраде. Главное, чтобы нам не превышать, иначе мы не успеем затормозить вовремя перед машинами. Три скалы. И сделать так, чтобы не обходить гору, а прям там прям сделали самую коридорогу. Проложили подобие такого тоннеля. Нифига себе. Стоим до остановки 3 мили, если прямым путем. А, ну вот сейчас там дорога. На развязке будем поворачиваться. А, блин, мне нужно было направо. Да какой? Мне справа машины я не могу. Еще это хорошая миля. Нет, не пускает, блин. Самое главное, чтобы не тормозил. Ой-ой-ой, главное влезть в другую машину. Спасибо. Ну, мне главное еще, да, чтобы вовремя успевать пребывать вовремя на отеле. Ну, ты дашь мне? Блин, не хочешь. Блин, ты не оборзел, ну давай, ну дай ты мне проехать налево.
Еще один тугодум. Даже не знаю, что, какую-нибудь мелодию напеть. Ладно, едем и едем. Что ж поделать-то? Либо бы прямо проехать. А, ну здесь, в принципе, возможно. Так. Давай, давай, давай. Так. Ну, 4 полосы как раз очень хорошо. Тут главное, чтобы сужения не было. Еще одна хорошая миля. Угу. Вот такое ощущение, что... Блин, ну со второго ряда, ну кто поворачивает-то? Дураки. Жалко, что если был бы какой-нибудь экскурсовод там, показал, что... А здесь такого нет. Облом. Успею. Блин, 1,5 мили. Еще. Ту-ту-ту. Поехали. Я везде успеваю на желтый проезжать. Ну вот, блин, теперь уже опаздываю. Уже руки вспотели от того, что постоянно надо контролировать это все. Дорожные работы. Всегда усугубляет ситуацию на дороге. Прошу, что не поедем по серпантину. Я вообще просто тогда обалдел от этого. Еще одна хорошая миля. Но здесь уже 1 миля осталась. Нет, на этот раз я уже не поеду. Нет. 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 Блин. Какая затащила сюда на этот серпантин долбаный.
Это можно говорить только матными словами. Пип-пип-пип. Приблизительно так. Не, ну а как это еще можно сказать? О, класс, зашибись. Угу. Чего еще ты не возмущен? Сбился с дороги. Ну извини, а мне нужно же резать. Мне же нужно резать поворот. Иначе я так не впишусь. Ну, пассажиры радостные. Я бы буду радостен, если бы я сейчас доеду уже нормально. Чуть больше полумили осталось. Где это долбанный отель? Не, я об этом маршруте я вообще ничего не говорить не хочу. Стойка такая тяжелая, стойка большая, длинная. Говорить о ней вообще не хочется. Вот, все уже. Прямая, поворот и еще один. Ты чё? Слышь ты! Куда ты сигналишь, а? Чё он сигналит? Я могу только понять. Фу, всё, прибыли. Sunshine Hotel. Пассажиров. Я так и думаю, мы вообще не успевали. У нас вообще были маленькие. Все. Все. Я к этому автобусу уже больше не вернусь. Все. Пусть вот это и останется. Я к этому автобусу больше не вернусь. Ни за что. Так, следующий автобус у нас по маршруту 57, это уже более-менее лояльно.
Это было прохождение игры Bus Driver. С вами был я, SMZ. Спасибо, что смотрели. Пока!